כמו שאנחנו יודעים אנחנו בפרשת שבוע משפטים. כן מי איזניים? מי ונדילני משפטים נכונים, זה הרבה פעמים קוראים לתורה חוקה אוצ'ינצ'אסטה תורו נזווה את זקונם אבל בתורה יש הרבה ספרים, יש ספרים היסטוריים, יש שירים ודווקא את החוקים רשומים כאן בפרשת שבוע הזאת Uh, часто Тору называют законом, но в Торе есть очень много различных подразделений, а именно эта недельная глава говорит про суды. В этой недельной главе говорится про много законов. То есть здесь есть законы относительно Eh, преступлений eh, тяжелого характера о спорах между ближними и о всех видах преступлений и судов над ними мой сын недавно меня спросил если в торе что-то написано про аборты? И я читаю эту недельную главу, и я вижу, что да, есть связь. В 21 главе исхода в 22 стихе это, <coughs> это написано. Okay, я прочитаю на еврейте. إرا, يلدها, يأنش, أسيتا, когда дерутся люди и ударят беременную женщину она выкинет то не будет другого вреда то взять свиновного пеню которую наложит на него муж той женщины он должен заплатить он при посредниках а потом в продолжении написано, если будет вред, то отдай душу за душу. Что мы здесь видим? И вообще вся недельная глава, мы здесь видим, начинается с того, что у нас есть постановления, которые защищают самые слабые слои общества. Абудин, рабов а, мы например же читаем про девушку которая была продана в рабство באת, и здесь мы приступаем сейчас ä, читаем про самое 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 слабое прослойка общества это дети которые еще не родились и в <raise> 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 אותנו, תאים, uh, очень часто в Торе мы видим, что Бог знает нас на клеточном уровне. כתוב, что, фрая, Бог знает, что только что, uh, написано, что Бог нас uh, признает uh, даже при зачатии. В בקיצור, אנחנו רואים שאלוהים הוא מתעניין בהכי קטן, כאילו בן אדם התחיל מרגע הפרייתו. כן, ודואג על החיים של התינוק בבטן של אימא וגם על ה... ילידה שלו וגם על החיים של בן אדם ומבוגר ועד המוות בעצם. (אומר בערבית: זאת אומרת שהוא מכיר הבעיות הכי קטנות שלנו ודברים הכי אינטימיים שלנו. (אומר בערבית: אוזנית נשי סמי מלינקי לבלשי פרובלמי נשי סמי סקריטי ושי). ובהמשך הפרק нишма это малах И в продолжении главы написано, что если мы э, узнаем ангела, который будет выходить перед народом Израиля, Если мы будем слушать הזה, אלוהים, עבורנו, אויב אויבנו, то ו... Бог будет сражаться за нас, он будет врагом наших врагов. им то, а это הוא ייתן לנו ברכה ויפתור את כל המחלות שלנו ובקיצור, הוא ידאג לכל החיים שלנו מה הפוינטה? מה אני רוצה להגיד? אם אלוהים מכיר אותנו ברמה של תאים Если Бог знает нас на клеточном уровне и, крупных, и заботится о наших самых маленьких нуждах, то да, если даже в маленьком Он заботится, то во всем большом, что касается нашей жизни, нашей общины, нашей страны, каждого из нас лично, мы можем положиться на Него. Это то, что я хотел вам сказать. Тесмеху Просто надейтесь на Бога всю свою жизнь. Аминь.